буду сражаться с честью. Твоя душа будет моей! Есть тройка, но я не очень этому рад. Поэтому меня... Не. Я буду тап делать на второй ход. Давай. Не, вот это будет на второй ход. На третий, наверное, на третий ход. На четвертый ход я не знаю тебя, наверное. Цель отмечена. Это будет очень дешево разыгрываться. Может быть, теоретически так, но, конечно, хочется его. Вот. Давай там без силов чемпиона обойдемся и нормально. Все честно будет. Остающий меня сильный. Братский силов чемпион, ну что-то мне... Ну не знаю. Ну ладно, давай я сделаю тебя. Братский силов чемпион. Ну в принципе, если у меня разменяется сюда, он как бы, конечно, ему в плюс это все, но карта на карту. Что не катастрофа для меня. В целом. Интересно. Может быть, на следующий ход будет один плюс забытый ритуал. Следуй правилам. Я все и все продал. Просто забытый ритуал. Давай. Ну, надеюсь, без консекрейшена. В принципе, если он мне сейчас что-то достанет, и я инфернала могу в ответочку, то это будет ход-переворот. Да, вот так сделать. Давай, без АУЕ. Без вообще, без всего. Просто достань что-то, не знаю, 7-4 просто. Вот 7-4 отличная карта. Фиг его знает, как убивать. Невозможно убить. 7-4 лучше всех. Кстати, не знаю, как убить 7-4, у меня не хватит, но ладно. Это уже другой разговор. Да, не хватит. Больше сусед значит. Окей, я могу их зачистить. Могу. Мне нужно Soulfire всего кинуть на все. Или не надо, Мортику? Да, не надо. 3, 2, 4 Soulfire. Я скажу вам, это солидно, да, вроде вот у него 5-1 стоит, 3-2 на столе, 4-4 на столе стоит, у меня ничего практически. 3 единицы, и тут бах. Если считать именно в характеристиках, плюс-минус, настолько он будет огромный. Даже страшно. Два... этот... 2-1, ну да. Ну ладно, хорошо, Infernal. Infernal Face. Можно еще раздражать ртап. Может быть, это лучше будет, потому что мне нужно уже добирать немножечко карты и... Да, он меня не убьет его. Что ж хорошо, тоже хорошо. Давай, тап, раздражатор. Капец. Твоя магия тебя не спасет. Что?
Ну, ладно. Черт с тобой. Я могу 6-2 сделать. Меня это тоже устраивает. Да, я лучше его. Пять карт. Вообще, учитывая Power Overwhelming, мне, конечно, ну ладно, нет, шестерка. Не сорок, не важно. Просто я боюсь чего-то очень-очень большого. Это легко умирает. Это тоже легко. И что-то мне Consecration сделать? Я могу заморозить. Ощути мою боль. Ложи! Пожалуйста. А, ну да. Ну хорошо, неплохо, неплохо. Все равно преимущество за мной. Раздражат, раздражат. Как же нет? Интересно. Окей, окей, окей. Ладно, ладно. Хорошо. Живи, насекомое. Ну ладно, я могу оставить вот его. Вот его. Да, это максимум, что... Я могу, конечно, попытаться сюда, чтобы вам попасть 50 на 50, но ну его нафиг. Ну его нафиг. Ладно. Мне нужны консулмены. Вот. И два Дума. Думгварда. За пятерку, за семерку. Это что такое? Молот. В один... А, это Consecration. Хорошо, я понял. Хорошо, хорошо. Ну, кто бы сомневался, что паладин будет на 8-0, ну, мега заряжен. Никто не сомневался. Ни один человек на свете не сомневался. Да. Покупаешь или продаешь? Ну, конечно, хочется оставить, но я, наверное, Умгварда достану. Да. Да, давай. У меня грандиозные планы! Не хочется никого скинуть. Сейчас мой контрол так возьмет это и заберет мне 5-6, это такая будет боль. Ну ладно, он бы не раздумывал, он бы сразу взял мой контрол. Серьезно, что у тебя есть? Чё у тебя? Ладно. Ну это ничего страшного. Более-менее сойдет. Неприятности это не переживем. Что парни еще сделаешь? Ну хорошо, 2-2 убивает, 1-1 убивает. 1-1. Я делаю этап у тебя. Хорошо.
Ну, это он может вернуть, конечно, в руку. Вот. Но, не знаю. Парня он может забафать. Квотермастерами там всякими. Где мои советологи? Это пофигу. Карта на 0-2. Абсолютно плевать. И это наплевать. Все, мне нужен консулман. 3 из 10. Да 3 из 10, черт возьми. Вот, вот. Вот та карта, которая мне нужна. Хорошо. Ну, либо у нее есть Рагнарос, Света Лорд и Дезвинг. Либо, ну, у него плохие дела. Сейчас ты мне Кольц Консегрессион покажешь, я офигею. Ладно, нет, вэпон. Вэпон нормально. Вэпон, окей. Проблема. У меня еще УЗ есть. Буду я УЗы делать сюда. Да, наверное. Напукал. Будет последний, видимо, мой этап. Ну ладно! Хорошо! Ну ладно! Хорошо. Ладно! Юс, давай! Победа за тобой. Ну да, я бы тоже расстрелся. Такое я увидел. Гул'дан и... Да конечно, а чё ж мне? Я их так долго ждал, и они все вместе пришли. Стоило напрашиваться. Твоя душа будет моей! Это окей. Yeah. Два через монетку, потом два, потом три. Надеюсь, единицу найду. И четвертый. Что очень вероятно, кстати. За четыре хода-то. За паладина должно быть стыд. За паладина вообще никогда не стыдно его обязательно. За паладин. Как может быть стыдно обязать паладина? Не может. Ладно. Стреляй еще разочек. Давай, давай. Дуй. Дать огоньку. Я в лицо ударю. Не могу. Ну хотя можно разменять. Ладно, давай. Это так плохо. Ладно, давай. Просто если у нее будет Flame Cannon, то у нее останется 2-1 на столе. Против ничего у меня. Поэтому я не хочу так. Хорошо. Что за серьезный ход? Фаербол на четверку, на тройку, все же. Не приехал. Ладно, шел фаером. И Джайну не стыдно. Джайну и Валиру, и Паладинова никогда не стыдно прибежать. Тандуину жалко, он и так богом обделенный. Взять живым или мертвым. Давай, что-то хорошее. Вот он лут.
Окей. Ты меня бьешь сюда, я тебя замораживаю и бью сюда. План действия таков. Или. Я делаю lock and load, делаю два ожога души и я не знаю. Что-то как-то фиг его знает. Да, это круто. Не очень. Заморозим. Ну ладно, пускай стреляет. 3, 2, 1, 1. Да, мне не вышло. Может быть, я бросил Фаркин. Что-то я так подумал. Интересно. Тут я вообще подумал, что слишком я что-то сильно ценю вот эту карту. Давай. То есть понятно, что он мне минус вэлью. Ну да, в общем-то я пока проиграл. Что-то у меня прям не очень ходы. Меня скорее всего так убьет. Но я сделаю на изготовку лектлена, потом начну что-то творить. Заклинания какие-то. Во славу! Ну, в общем, пришел парь сюда нормально кинуть. Блин, может быть, это нормально кинуть. Или я хочу надроить карт. Давай я хочу надроить карт. Так много возможностей. Я не хочу надрывать. Я хочу надрывать. Хотя не хочу. Вроде бы неплохо и так себе. Ну ладно, давай. Интересно. Просто если я получаю полиморф сейчас на демона, то я очень сильно стреваю. А полиморф он... Ну нет, он два фаербола вот был вообще, может и не так вероятно. Не. Ладно, крик с тобой. Что же такое? Ну он меня вот так убьет. Тоже не очень здорово. Ну все, я попал. Я попал. Ни хрен не знаю, что делать. Я кому-то давай сделаю так. Ну ладно. Давай. Да, это была фигня с демоном, потому что реально, у меня вот одна карта, и у меня сразу столько проблем. Мне нужен инфернал. Или я хрен его знает, что мне делать. Ну, я могу две пятерки достать, но это тоже как-то так себе. Тем будет плохо, если у меня вот это останется. Ну, мне всегда все плохо будет сейчас. Интересно. Мне нужны собаки. Оценил. Ну ладно, дозарядлов нет у меня. Ну есть один, но такой себе. Не, грязный барахольщик нормально зайдет.
славу роя! Время крушить! Ну, давай. Есть АОЕ, я проиграл. Можно прям сразу сдаваться. Если она находит АОЕ, любое вообще. Абсолютно любое. Даже парни за тройку. Если не находит, то еще есть что шанс. Что же делать? Два раза в лицо, нифига я счастливчик. Что? На самом деле не меняет ни очень здорово. Ну ладно. Что надо? Окей. Лекарства. Ищем. Не надо типа убивать тебя и убивать тебя, ну ладно. Нас тут так убить. 4 бойца. Да и фиг с тобой. Я не хочу, чтобы мне выстрел убивало. Да, в общем-то, беда. Беда, 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 я проигрываю, но. Мне не очень помогает. Давай я так сначала ударю. Таунтов у меня 0. Да. Я не знаю, что я вообще, что мне нужно? Черный археолог мне нужен. Да, в общем-то, значит... За тобой. Проиграл я тогда, когда демона достал. Слишком это было опасно. Еще можно сказать, повезло, что за шестерку. Даже если я достану археолога... Не, ну... Ну, теоретически это там можно было достать археолога, достать Soulfire, выстрелить, убить 4-4, у меня бы осталось 5 хп, а он бы меня убил бы просто за 2 хода. Ну, то есть... Меня не спасал-то. Никак-то. Не, либо у меня оставалось бы... Не знаю. Оставалось бы как-то там 5 хотя бы здоровья. Я бы еще за 5 ходов мог бы что-то придумать. Теоретически. Но за 3 хода невозможно. С него 30 здоровья процентов. 30. Такое. Никак. Все ты одна руки виноват. Все ты виноват. Да. Что тут у нас? Не. Не очень. Не очень, ну ладно. Значит, что я хочу достать? Я, наверное, лягушку хочу достать. Третий ход, четвертый ход. Привет. Ты какой? Ух ты какой? Ладно, ладно. Бери, бери. Просто дагер. Ладно. Неприятненько, конечно, садится.
Значит, что я хочу сделать? Может, мне его лучше достать? С ним труднее разбираться? Так много, да нет, тебя. Возможностей. Хотя, может, и правда его. Нет, тебя. Shadow Strike будет очень плохо. Ну, либо Assassinate тоже может быть. Ну ладно, Assassinate, хрен с ним. Да, сцена это не страшно. Shadow Strike намного хуже. Просто какая четверка, наплевать. Или пятерка. Ну, мне нужно его убить. А убить я его могу только вот через вот это. Да? И через монетку кину. До... Панов, найс, плохо. Я даже убить могу. Могу Дунгварда достать. Не, мне жалко Дунгварда. Я лучше отдам 5 тентаклей, чем я Дунгварда отдам. Да. И там сделаю. Я тебе буду достану. И все равно нету не особо забафов там, да. Обиди сержанта сейчас никакого. Поэтому не жалко отдавать мелочи. Вера, мой щит. Ну, я могу заморозить. Давай заморозим. Лик тлен обо мне. Был бы очень доволен. Спринт. Окей. Могу тебя достать, много карт скинуть, либо я так сделаю. Наверное, лучше так сделать. Гайз, жалко будет очень сильно Дунгварда отдавать, но... Хорошо, я так ударю. Конечно, не очень, но... А что делать? Так, я сделаю так. Я не хочу скидывать Дунгварда. А что я... Не, ладно, я все так. Вот это вообще не против. Ну да, так себе. Какой-нибудь... One of Knights плюс SA7? Будет плохо. Я пущу тебя на корм рыбам. Так, ну давай я сделаю тебя до пятерки.
меня когда-нибудь останется, и мне спойлер-ролмингом кого-нибудь убить будет. Можно, то здорово. Так много вариантов. Потому что я его не убью, если я пойду ему в лицо. Зачистится весь стол, я в этом не сомневаюсь практически. Если я вам оставлю 3-4 на столе. Мне надо решиться. Соответственно, мне и Power Run не на кого будет кинуть. Похоже, я победил. Да? 5-5, ну да. Мне кажется, это действительно не таким просто. Я думал, еще фото 3-4 у нас будет. Но мне ничего не оказалось. Не стоило напрашиваться. Твоя душа будет моей! Чего я Мортал Койл оставить? Ну ладно, да, хорошо, оставим. 2-3. Обидеть сержант. Не хочу. Обидеть сержант слишком. Однажды я стану рыцарем. Нет. Окей. Покупаешь или продаешь? Хорошо. Нет, я хочу сначала тебя достать, потому что очень хорошо с этим разбирается. Вот. Ну что будет? Если он мне как-то будет так чистить плюс это чем-то Flame Cannon'ом условно. Я могу Mortal Coil сделать. Что могу сделать? Что могу сделать я здесь? Могу все зачистить. Давайте зачистим все. Конечно, очень хочется вот этих подоставать, но не время, видимо, сейчас. Я могу. Нет, давай. Спайн. Повер Орланг. Присоединиться. С превеликим удовольствием. Великим удовольствием. На следующий год 3-3, потом 7. Кривая у меня, конечно, очень такая. Солидная. Файербол пошел. Полиморф. Ладно. Полиморф так полиморф. Ну, значит, совет плюс. Плюс тап. Вообще, надо было сначала сделать, и, может быть, я бы даже его достал, но нет. Вряд ли я бы его достал.
кода меня не совершенно не волнует, у меня слишком много целей под кода, поэтому... Пускай фаербол еще будет. Тебя. Кстати, может быть, вместо семерки я хочу достать... Не, да ну это, это гадость, это ерунда, это глупости. Okay. Я могу раз, два, три ударить, четыре ударить и достать... Могу заморозить его. Нет. Интересно. Ну, наверное, мне надо делать так. Это оставлю именно для фейсдэмджа. Заморозить в лицо. Хорошо, давай. Если Flame Strike, то я его убиваю. Что хочешь, то и получишь. Массовый заморозок плох. Неплохо сыграно. Эта партия за тобой. Окей. Моя душа будет моей! Я твой худший кошмар! Может быть, оно мне надо? Запретный ритуал. Ладно, хорошо, давай. Ну, хотелось бы мне, конечно, двойку, наверное, получить. Что-нибудь. Раптор. Ну, как-то не знаю даже, стоит ли мне через монетку играть или ну, нафиг. Стрёмно вообще-то так немножечко. Много возможностей. Ладно, я запретные ритуалы сделаю на следующий ход, если у меня вообще ничего не будет. Поэтому давай. Я не хочу отдавать стол. Опять же, отдаю стол, у меня не очень все здорово. Как правило. Давайте другой варлок. Окей. Ладно. Я чувствую запах крови. Какой он агрессивный все же. Давай я беру собаку. На следующий ход можно это делать. И ну я смогу убить. Породила бездна. Ну так себе, ну ладно. Наверное, я не буду бить по нему. Я, наверное, в лице. Да. Давай. Пускай сам бьется.
Hellfire, правда, будет очень плохо, но ладно. Ну, конечно, будет 6-8, а тоже еще будет. Ну, 6-8, ладно. Бывает. Бывает, бывает. Ну, как я его убить должен? Не знаю. Никак не должен. Тебя достать должен, наверное. Да, тут я встрял. Ну, когда тебе достает Слэш Белчера и 6-8 на пятом. Нет, победа за тобой. Слишком это все страшно. Я могу там потабаться, какой-то Soulfire достать, убить одно существо и чего? И чего? Ничего, вообще ничего не даст. Мне еще разочку дарит в лицо, и у меня уже мини 10 лет. Вот. Даже если я опять через всякие табы найду, значит, Soulfire и прочее. И как-то смогу разобраться с тем, что у него каким-то непонятным способом, что у него останется на столе. Он убьет то, что он мне достанет на следующий год. Рексар! Начнется охота! Твоя душа будет моей! Дело сделано. Покупаешь или продаешь? Изыди, изыди или знахри Вуду? Ну, кстати, может быть, против Хантера знахри Вуду будет лучше, чем вот он. Ну, конечно, неплохо, но... Ламанга пар 1-2. Возможностей. Ну, мне кажется, знахри Вуду будет лучше. Исключительно против Хантера. Пора пустить кровь. Ладно. Ничего страшного. Вот я легко бью в лицо, он не убивает его. Никак не убивает его. Я Mortal Coil'ом добиваю. Достаю еще его. Нет, достаю... Ну, не знаю, его и его. Посмотрим. Не зашло. Не зашло, не зашло. Ну, хорошо, я, наверное, достану тогда тебя. Да? Я могу так-так сделать. Могу залечить его. Как вариант, кстати, залечить. Неплохой вариант. Интересно. Да, просто 4-2 доставать, это слишком опасно. Наверное, я реально достану его и излечу. Кто хотел увидеть? Ну, то есть, ну пускай мне его опять же убивает. У меня план. Я буду его придерживаться. Да. Главное, чтобы он еще точно то же самое не... Ну хотя нет, уже то же самое не сделал, потому что опять же Mortal Kombat, я его убью. Мне хотя бы здесь два. Две. Таки, две таки. Ладно. Если просто выстрел, то... Так. Давай. Я совсем не против. Твоё! Твоё!
один. Я бы его убить. Это хорошо. Отдай! Ну, конечно, 1-2 мне мешается. Ну ладно. Может, Mortal Coil возьму. Три-четыре. Давай 3-4 сделаем. Давай вот этих ребят. Хотя, конечно, меня немножечко беспокоит, что там это звери, сейчас скилл-команд какой-нибудь пойдет. Может, и убрать его? Не. Расположение эксплозив, конечно, фиговое. Сюда, в центр надо было, ну ладно. Вообще фиговое. Это я спустился. Все мне так разменяют, я не против. Ну, я не против. Это на самом деле лучше для меня, чем если бы он сюда был. К сожалению, опять же, это звери. С зверями шутки плохи. Так. 3-3-2. Давай. Ничего не меняет. Убить одного зверя, может быть. Хорошо, я убью одного зверя. Почему я хочу убить одного зверя? Потому что если у меня будет, во-первых, один хантмастер, он меня не убьет. Что на самом деле тут пофигу. Ну так, нормально. Есть смысл. А если у меня будет собака какая-нибудь, либо леок, то вот тогда он меня не убьет. И это важно. Все же забав на +1/+1 на двух существ, он возможен. Счет особо. Yes, Динго! Soulfire лицо, лицо, лицо. Mortal Coil еще. Эртис Дени! Так, как я точно все-таки? Может быть, я все зачищу. Давай я все зачищу. Так безопасней. Заплатит, кто будет. Я все, и все продал. Дров вторым, ну ладно. Кто хотел увидеть внук? Хорошо. Здоровье равно. Конечно, стол у меня сильно сильнее. Собаки? Мне повинуются звери. Собаки были страшны. Я вернулся. Оу! Ну что это такое? Ну это же грязь какая-то, господа. Ладно, не такая уж и грязь. Ну, придется это выкинуть, но хрен с ним. Мне не жалко. Или я в лицо я тебя убить могу, нет? 4, 12, 15. Интересно. Не могу. Не могу, да. Так. 10-19. Летал есть. Ученики, внимание.
Победа. Окей. 12 уже сделал. Золота мало, но две синие золотые, это, конечно, классно. Постопы. И здесь 40 пыли. Да, это плохо.